Любовь Аксенова, 34-летняя актриса, известна не только своими талантливыми ролями на экране, но и естественной красотой, которая в эпоху фотошопа и фильтров в социальных сетях выглядит особенно привлекательно. Она не прибегает к косметическим процедурам и не ретуширует свои фотографии, что делает ее образ еще более привлекательным для поклонников. В ее личной жизни также есть яркие моменты. Аксенова открыто призналась, что ранее пережила трудные отношения с человеком, который проявлял признаки абьюзивного поведения. Этот опыт оказался для нее сложным, но помог стать сильнее и более уверенной в себе. В конечном итоге любовь встретила своего будущего мужа, Павла Аксенова. Их близость и поддержка помогли ей пережить трудные моменты и обрести счастье в личной жизни. Сейчас любовь и Павел счастливо живут вместе уже более 10 лет. Они провели две свадьбы, первую в России и вторую в Индии. Хотя у них пока нет детей, они продолжают наслаждаться друг другом и строят свою семейную жизнь. Вместе они мечтают о дальнейших профессиональных достижениях. Любовь выражает желание сняться в европейском и азиатском кино, а также озвучить персонажа в аниме или сыграть в компьютерной игре. В то же время она остается активной в российском кинематографе, получая интересные и значимые роли, которые демонстрируют ее талант и профессионализм.